В региональном правительстве представили нового начальника таможни, подполковника таможенной службы Максима Великанова. Руководить ведомством он начал после новогодних праздников. Службу в таможенных органах Максим Владимирович проходит с 2002 года. Прошел путь от инспектора таможенного поста до начальника Тамбовской таможни. Последняя занимаемая должность перед назначением Иванова – заместитель начальника Московской областной таможни. Теперь Максим Владимирович работает вместе с нами в Ивановской области.